Можно передачку я оставлю? Что, блядь? Ручку возьму. Господи. Передайте его билет в Гагры. Скажите, что буду ждать ее на вокзале. Спасибо. На здоровье. До свидания. До свидания. Вы хоть понимаете, что такое демо-версия? Не думайте о том, что в настоящей версии все будет по-другому. Я пошла за конфеткой. А эти садами, ну, конечно. Пожалуйста, вся комиссия уже в сборе. Нашелся. Галстуки. Просто не буду растягивать. Что ты не будешь растягивать? Ты собрался в куртке стоять перед членами комиссии? У меня, знаешь, нет запасного галстука. Как я должен объяснить вот такой вот внешний вид будущего комсомольца, за которого я лично вынужден был поручиться? Нет, значит, мы переносим на другой день. Все, не заводи, еще организуем. Есть галстук. Есть. Где он у тебя есть? На коленке намотан, что ли? Сейчас. Как зовут? Ренат. Ренат, смотри, какая ситуация. Я в задержании преступника участвовал. Сейчас на собрание расскажут. Мне галстук порвали. Можешь свое доложить? А мне тогда в чем идти? Ты когда тебя спросят, ну, где галстук, скажи, что пожертвовал ради благого дела. Не-не-не, меня не пустят. У меня все ровненькие такие хорошие. Сиди здесь и жди. Выйдешь без галстука, как ждать, я понял? Всем здравствуйте. Максим Саныч, это мой подопечный. Он поприсутствует, если не возражаете. Сиди. На полчаса позже начинает. А у нас там сегодня народище. Мама дорогая. Ничего. Народ. Сколько надо, сколько его зерема. Так, у нас 65-я школа, 102-я, 123-я и 94-я. Всего 117 человек. Ну тогда не будем тянуть, раз все готовы, да? Заходите. Классы в ряды членов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи приняты. Перяков Сережа, Колтынбаев Рустам, Антонов Дима, Орлов Кирилл, Седиков Илья, Данилова Лена, Чернобровкина Ирина, Врубель Миша, Суворов Марат, Андрющенко Саша, Сафин Ильшат, Долматовская Оля, Стрижевская Галя, Коробейников Юра и Володя, Тулигенова Ксюша, Миникаев Кузик, Байдулин Ришат, Галя Анжела, Абдулин Рамис, Фатихова Венера, Рикманова Азиза, Исламова Роза, Обыденкова Леша, Ильшаков Паша, Морозов Яша, Фролов Леша. Соблюдайте тишину, пожалуйста. У меня галстук отобрали. Что там происходит? Вот это мой галстук, он у меня его забрал. Совсем с ума посходили, вырожденцы. Это он про меня. Встань.
Встань, пожалуйста. Представься. Суворов Марат. Это Ренат, он подходил ко мне. Просил галстук одолжить, он забыл свой. Но я говорю, как я могу свой галстук одолжить? Ну вот. Решился на провокацию. Это тот самый, который помог нам в задержании преступника. И галстук действительно его. Поднимись на сцену, пожалуйста. Я хочу пить. Макс! Что такое? Скажи, пожалуйста. А ты вниз не собираешься? Сколько орденов у комсомола? Воды. Давай на Сулифа. Да. Сейчас. Серьезно. Правильно. Что серьезно? Спасибо. А за что был вручен самый первый орден? За гражданскую войну. Такой вопрос. Что такое принцип демократического централизма? Приветики. Демократический централизм означает выборность руководящих организаций комсомола снизу доверху, периодическую отчетность комсомольских органов перед своими организациями и перед вышестоящими органами, строгую комсомольскую дисциплину и подчинение меньшинства большинству. Это самое главное. Большинство всегда право. Ну хорошо. Тогда у меня остался последний вопрос. Скажи, пожалуйста, Маратик, сколько стоит устав ВЛКСМ? Я считаю, что устав ВЛКСМ бесценен. Май, спасибо большое. Это мы? Да. Классно. Ладно, зато я по тебе буду скучать. Конечно же, наша задача биться за сердца молодежи и за вот, всегда благополучных ребят. Серьезно? Ну, вот так говорим. Спасибо. Что говорили? Так нельзя наливать. А, через руку тебя? А, я зачем? Я что-то тоже не смогу. Почему не помню? Нельзя. Макс, ты...